Всем привет! Сегодня полезные советы. И также расскажу вам, как можно выиграть вот такую торцовочную пилу от DeWalt. Поехали! При строительстве дома, ремонте или отделке я часто работал вот с такой шнуркой, бечевкой, кто как называет, которую часто натягивают для выравнивания стен, углов, периметра, фундамента и так далее. Размотать-то ее легко, а вот сматывать 50 метров вручную то еще удовольствие, но выход есть. Берем перьевое сверло на 18 мм. Оно прям идеально подходит под внутренний диаметр втулки. Вставляем вовнутрь, а сверло в шуруповерт. И спокойно сматываем, да хоть все 100 метров. Работая с доской, если необходимо подровнять торцы рубанком, а столярных тисков нет, то на помощь пойдут пара обычных струбцин. Прижимаем заготовку сначала одной, а затем второй прямо к верстаку. Таким образом заготовка зафиксирована и можно обрабатывать деталь. Если же заготовка ну прям очень длинная, то хватаем струбцины сбоку и также крепим к столу. Эффект тот же и работа идет своим ходом. Если необходимо закрутить большое количество болтов, а переходника для шуруповерта нет, то не беда, берем подходящий болт и просовываем через головку. С другой стороны можно зафиксировать гайкой, но если болтик небольшой, то и без гайки можно зажать в патрон шуруповерта. И теперь можно выполнить поставленную задачу. Закручивай болты трещоткой, особенно в неудобных местах, да и таким образом, что болт вылетает из насадки, а подлезть нужно ну прям в неудобное место. То на помощь выручит неодимовый магнит. Забрасываем его в насадку и выполняем задачу. Если с такими работами сталкиваемся часто, то магнит можно прям вклеить в головку, и работать станет намного легче. А чтобы принять участие и выиграть торцовочную пилу от DeWalt, вам нужно два простых действия. Это перейти в описание и заполнить анкету участника. А второе – это подписаться на мой YouTube канал «Сделай сам». Именно там я буду проводить розыгрыш в прямом эфире через 3 недели. А доставка приза за нас счет. Ну и от души можешь влепить лайк этому видео и оставить любой комментарий. А мы поехали дальше. Иногда, работая с болтами и гайками, нам нужна гайка с резиновой прокладкой, чтобы она фиксировалась. Если такой под рукой нет, то сделать стопорную гайку можно вот таким способом. Берем термоусадку подходящего диаметра и с помощью газовой горелки плотно сажаем на резьбу. Далее просто закручиваем гайку и руками тут уже не повернуть, только гаечным ключом, и сидит гайка довольно хорошо. Закручивая саморезы, со временем битка выходит из строя и начинает проскальзывать. Не спешите их выбрасывать, ведь можно продлить ей работу.
Для этого нужно сточить на камне стертый носик биты. Тем самым снова будет отличное прилегание креста к шляпке самореза. И битка снова будет в работе. Если вам необходимо вкрутить или выкрутить пару кровельных болтов, а под рукой нет специальной насадки для них, а только шуруповерт, то не беда. Зажимаем шляпку в патрон шурика и выполняем задачу. Тут можно играть как и на вкручивание, так и на откручивание. Также можно сверлить отверстие в древесине или даже в профильной трубе. Такой кровельный саморез осилил 7 отверстий. Так что в некоторых случаях смело заменит сверло по металлу. Пишите в комментах, какие советы понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно, и подписывайтесь на канал. И не забудьте участвовать в конкурсе. Всем спасибо, всем желаю хорошего настроения, всем пока-пока.